Не надо забывать, что Индия и Китай как бы выходят на... стают для России такими приоритетными рынками на фоне возможного запрета российской нефти в Европе. И Персидский залив довольно удобное место для экспорта в Индию, которое будет получать эту нефть с очень большой маржой, с очень большой скидкой. А в целом, да, безусловно, это план Путина, энергетический шантаж Европы этой зимой. Точно так же, как план шантаж Африки и Ближнего Востока зерном. И именно в этот момент он хочет добиться политических целей своей, для того, чтобы закрепить свою агрессию в Украине.